Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Про події дня сьогоднішнього, про ситуацію на фронті, про Путіна маємо можливість поговорити з Сергієм Жирновим, нині письменник і журналіст, а до того розвідник-нелегал, співробітник радянського КДБ. Пане Сергію, радий вас вітати. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Сергію, вже тиждень, як мінімум, триває гаряча фаза літнього наступу ЗСУ, але, знаєте, українська сторона все-таки вважає за краще зараз на даному етапі не повідомляти на загал жодних подробиць, тоді як російська сторона навпаки сипле зараз переможними реляціями, ну, зокрема, щодо кількості знищеної натівської техніки. Але, будь ласка, поділіться власними оцінками, якою вам бачиться зараз цей наш український наступ, яким його бачать пересічні європейці, ну, які споглядають європейські ЗМІ. І от, на вашу думку, який потенціал цього нашого наступу? Ну, точно до конца мы сказать, конечно, не можем. Я даже думаю, что это больше уже недели он идет, потому что фактически он уже начался с начала с мая месяца. Другое дело, что это ведь ваше наступление, это не, мы не ждем наступления типа Курской дуги в 43-м году, да, то есть мы не ожидаем, что это будет какая-то там колонны или там, я не знаю, тысячи танков вдруг пойдут там на российские позиции, как это было во время Второй мировой войны. Поэтому я считаю, что наступление идет. И именно то, что ваша сторона об этом молчит, как раз и говорит о том, что наступление идет. Потому что мы же понимаем, что когда идет война, любая информация о том, что реально происходит на фронте, какие планы вашего командования, как оно оценивает то, что происходит на фронте, какие потери, какие там у вас есть дальнейшие планы, это все является военной тайной, это все нельзя рассказывать противнику. И именно поэтому, кстати, украинская сторона и молчит. И именно поэтому, кстати, российская сторона так активно вдруг занялась разговорами по этому поводу, потому что она просто хочет, с одной стороны, спровоцировать вас, может быть, на какие-то там опровержения, там еще что-то, это раз. И второе, ей, конечно, важно действовать, воздействовать на свое общественное мнение, если вообще представить, что общественное мнение существует в Российской Федерации, в чем я сильно сомневаюсь. Но, тем не менее, у нее есть какой-то там потенциал людей, которые смотрят телевизор, которые читают какие-то газеты, официальные сайты, им поэтому приходится реагировать на это. Вот, население, на наступление ваше идет. В этом смысле вы доказали еще раз, а в очередной раз, я бы сказал так, во второй раз, что у вас совсем другая подготовка к войне. У вас абсолютно другой подход к войне, не такой, как в Российской Федерации. Вам не нужны никакие реляции, вам не нужны поведения там Пригожина, который каждый день будет публиковать по 25 видео, никем не разрешенных. Вот. Это было, кстати, и в прошлом году точно так же. Вы объявили в прошлом году в июне месяце начало наступления, а реально это наступление произошло в начале сентября, и совсем не там, где его ждали. Его ждали в Херсоне, оно произошло в Харьковской области. Вот, его, в общем, в этом смысле я абсолютно был готов к тому же самому. Я, кстати, уже несколько месяцев говорю на французских каналах телевидения, что не надо ждать вот этого какого-то мощной волны какой-то наступления. Это будут удары, это будет... Вот сейчас мы, конечно, видим активизацию, это понятно, да? Вот сейчас пошла активизация на фронте, сейчас пошла активизация разведывательных групп, отдельных усиленных рот, отдельных батальонов, которые прощипывают российскую оборону там, первого эшелона, второго эшелона боем. Вот. А дальше будут следовать, конечно, другие какие-то другие действия. Тем более, что вам пришлось просто очень долго накапливать силы и средства, самое главное, потому что западные страны вам готовы были передать достаточно большой объем техники, но не сразу. То есть вот это вот как раз, мне кажется, что большее время заняло как раз вот эта переброска военной техники, которая вам необходима для контрнаступления. Поэтому будем ждать спокойно совершенно, как это будет проходить. Ну, мы понимаем, что взрыв Каховской ГРЭС затруднил на южном направлении контрнаступление, но это не означает, что на остальных участках это как-то отражается на контрнаступлении. Пане Сергію, от ви згадали про те, що ви на французьких ЗМІ, на французьких телеканалах розказуєте про те, чого очікувати від цього українського контрнаступу. Допоможіть зрозуміти, чи правда, що європейські глядачі, американські глядачі, пересічні, да, громадяни,
Вони за цим спостерігають, ну, певною мірою, на жаль, я розумію, чому так, як за якоюсь, як за якимсь телесеріалом, да, за нашою війною. І в цій парадигмі їм треба, щоб був цей наш контрнаступ, щоб було що показувати, щоб було що обговорювати, і що начебто від наших європейських, американських союзників є запит на те, щоб ми обов'язково в цей контрнаступ пішли, навіть якщо, може, ми до нього іще не надто готові, а росіяни, навпаки, до нього підготувалися. Да, я думаю, что это правильная точка зрения, потому что вы же понимаете, что у нас демократические страны западные, да, и поэтому, в отличие от России, да, от путинской, и здесь принимается решение об оказании вам помощи, в том числе с учетом общественного мнения. Вот это общественное мнение, оно, конечно, ждет результатов того контрнаступления, которое происходит сейчас в Украине, и особенно ждет, что это контрнаступление будет успешным и удачным. Хотя западные политики, в том числе самые высокопоставленные в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, во Франции, в Германии и в других странах, говорили, что независимо от того, сколько займет это времени, поддержка Украине не сократится, поддержка будет идти до самого конца, но тем не менее мы понимаем, что у нас есть какие-то выборные процессы, что в следующем году начинается президентская гонка в Соединенных Штатах Америки, что в Соединенных Штатах Америки есть двухпартийная система, при которой одна из партий находится в оппозиции и критикует правящий режим. Все это надо, конечно, учитывать. И не только, кстати, в Соединенных Штатах Америки, но и также в других странах. Ви згадували про Пригожина. Давайте трошки про цю внутрішню російську кухню я хотів би вас попитати. Міністр оборони Російської Федерації Шойгу зажадав від усіх добровольчих формувань підписати контракт з Міноборони РФ. Ну, мовляв, це прояв турботи, так, це подавалося, що добровольці, члени їхніх сімей отримають тепер від держави тоді соцзахист. Але сам Пригожин відповів відмовою, каже, що його вагнерівці нічого цього підписувати не будуть. Відреагував і Гіркін Стрілков, причому досить несподівано, він тут став на бік Міністерства оборони і Шойгу, хоча до того він російське Міністерство оборони люто критикував, що вони, мовляв, не так воюють, а треба кривавіше воювати, от як це роблять вагнерівці, як це робить Пригожин. Але до чого це їхнє протистояння між Шойгу, між Пригожиним, тепер Гіркін Стрілков долучився, на вашу думку, переросте, до чого воно може призвести? Вы знаете, вся эта история, вот сейчас, так как вы ее описали, так как вы о ней рассказали, это на самом деле абсолютно чисто административная история. Это история законодательная и история по делу, по сути, правильная. Да, просто я удивлен, что Министерство обороны во главе с Шойгу, ему нужно было подождать 15 месяцев для того, чтобы поставить такой вопрос. Потому что существование, во-первых, никаких частных военных компаний в Российской Федерации не существует, раз юридически, и не может существовать, потому что существует прямой запрет на их создание в Уголовном кодексе Российской Федерации, является уголовным преступлением, наказывается 359 статьей УК, 7 лет за образование, за создание такого формирования, 8 лет за участие в нем. То есть Пригожин сам себе уже наговорил на 15 лет, а также все люди, которые вместе с ним участвует. И Пригожинская ЧВК, это на самом деле с точки зрения законодательства российского, называется просто банда. Незаконное воинское формирование. Банда. Вот. А потом все они все-таки поняли, что так существовать долго не может. И в прошлом году Государственная Дума приняла дополнение в закон о воинской обязанности и приняла специальный закон о добровольцах, о добровольных формированиях. И вот тогда подразумевалось, что этим членам добровольных формирований, они входят вообще в структуру, ну как бы подключаются к вооруженным силам, что абсолютно нормально, потому что в армии существует принцип единоначалия. В армии не может существовать никакого другого принципа. Ни в одной армии мира не существует никаких других принципов. И то, что тот бардак, который мы видели на фронте в Российской Федерации с этим с Пригожиным и его бандой, на самом деле вот наконец до них дошло. И министр обороны наконец принял, ну так сказать, нормальное условное решение административное о том, что все они, конечно же, должны
включены быть в систему Министерства обороны, в эти вот добровольческие отряды, которые созданы новым законом. Вот, и, соответственно, там подразумевается, что они приравниваются по статусу к вооруженным, проходящим, военнослужащим, проходящим службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. И, соответственно, с ним должны подписываться контракты. И это все у них обязанности начинаются с момента подписания контракта, издания приказа о том, что контракт вступает в силу. До сих пор это все не исполнялось. И вообще, таким образом, я вообще удивляюсь, куда смотрит главная военная прокуратура, куда смотрел Следственный комитет, куда смотрело Управление военной контрразведки ФСБ, куда смотрел Путин, куда смотрел Государственная Дума, куда смотрел правительство и так далее. В общем, это был, конечно, просто бардак. И должен вам сказать, что слава богу, что был такой бардак, потому что, может быть, если бы его не было, они бы воевали немножко эффективнее. Але тепер, коли це хочуть змінити, на вашу думку, чи вдасться це Шойгу зробити, адже Пригожин вже відмовляється це робити? Ну, вообще, в принципе, здесь вот Гиркин абсолютно прав, да, то есть если Пригожин сказал, что мы не хотим, так сказать, никуда входить, не подписывать никакие документы, то должно было быть возбуждено уголовное дело против этих самых пригожинцев о существовании, создании и участии в незаконном вооруженном формировании. И их всех должны пересаждать. Вот их взяли из тюрьмы, и туда их в тюрьму должны вернуть. Но в том числе и Пригожина, который уже там почти 10 лет отсидел. Вот. Но мы понимаем, что, конечно, это борьба внутренняя, еще политическая. У Пригожина политические амбиции, он ведет себя как политический деятель. И, соответственно, нам будет всем очень интересно, чем все это закончится. Предусмотреть ничего нельзя, потому что Россия — это полный бардак. Путин вообще ничего не контролирует, это мы все понимаем. Кстати, вы обратили внимание, да, когда Пригожин отвечал Шойгу, он сказал, что я никуда туда, куда, где Шойгу, вступать не буду, но мы вообще-то подчиняемся верховному главнокомандующему. То есть он себя подставил под личную ответственность Владимира Владимировича Путина. Ну, а Путин сидит в бункере и отмалчивается. Вот. А мы с вами должны просто запастись попкорном, обложиться солеными огурцами, водкой, пивом, и будем смотреть за этим делом, как за чемпионатом мира по футболу или хоккею. Пане Сергію, хотів би вас порозпитувати про день завтрашній, про що я. Завтра на Росії державне свято, День Росії. Самі росіяни не надто розуміють, що саме вони відзначають в цей день, але мають святковий вихідний. Будуть сидіти вдома, але ж українська розвідка повідомляє про те, що має інформацію, що ФСБ хоче на окупованих територіях влаштувати провокації, влаштувати теракти з тим, щоб потім, значить, в цьому обвинуватити українську сторону. Так от, наскільки, на вашу думку, можливий, ймовірний цей от сценарій, що будуть на окупованих Росією територіях влаштовані завтра теракти? І нащо це в реаліях нинішньої ситуації, нинішньої війни, нащо це ФСБ може бути цікавим такі провокації влаштовувати? Вероятность довольно высока. Неизвестно точно, будет ли это именно завтра или именно на этот праздник, но вообще, в принципе, вероятность высока, начиная с 30 мая 2023 года, то есть уже прошло 2 недели, потому что вот за наблюдением повседневности войны мы все пропустили очень важный документ, который принял председатель правительства Российской Федерации Мишустин. Он подписал постановление специальное, там 867-е, по-моему, от 30 мая. Ну, это можно проверить, там номер конкретно, да, но постановление само звучит так. Об изменении законодательства Российской Федерации или там применении законодательства Российской Федерации на временно оккупированных территориях, значит, и все они там перечисляются, в отношении обеспечения безопасности особо опасных объектов и гидротехнических сооружений. И вот это постановление имеет в виду, оно там на 5 страницах, довольно длинное, ну то есть само постановление там 2 страницы плюс 3 страницы приложения, вот, и оно звучит следующим образом. Отменяются все меры безопасности на всех опасных объектах, на всех захваченных территориях. И эти меры безопасности не соблюдаются. И никто не несет ответственности никакой уголовной за их соблюдение, ни административной, и не проводится никаких расследований вплоть до 2028 года в связи с катастрофами и инцидентами, которые возникли на этих объектах в результате военных действий.
Теперь таким образом правовая база создана Российской Федерацией для того, чтобы то, что случилось в Каховке, происходило каждый день на самых различных объектах, включая Запорожскую атомную электростанцию. А що з того росіянам, що з того ФСБ, нащо вони би подібні теракти влаштовували, провокації? Ну, тобто, я розумію, да, нащо воно було там на початку нульових, я розумію, нащо воно там могло бути до початку повномасштабного російського вторгнення, але тепер-то нащо подібне? На що вони розраховують? Вони бояться вашого контрнаступлення, вони розуміють, що коли почнеться настояще контрнаступлення, вони будуть теряти території. И они собираются делать то же самое, ведь вы поняли, вот, что Каховская ГЭС, она укладывалась абсолютно в ту же самую логику, которая была во время Второй мировой войны. То есть в 1941 году Сталинский Советский Союз забрал Днепрогэс тогда, когда знали, что готовится немецкое наступление, идет немецкое наступление. А в 1943 году немцы взорвали также несколько гидростанций, когда они знали, что идет контрнаступление Красной Армии. Сейчас россияне знают, что готовится контрнаступление Украины, поэтому они будут взрывать все, что они будут оставлять. И их задача максимально усложнить вам ситуацию на освобождаемых территориях или на тех территориях, где идет контрнаступление. Совершенно понятно, что, конечно, вот взрыв Каховской ГРЭС, его можно вообще сравнить с применением тактического ядерного оружия по тем результатам, которые есть. Единственное, чего нет, это радиоактивного загрязнения в местности, а разрушения, которые это все дело вызвало, и затопления, которые этот взрыв вызвал, они вполне сравнимы с применением тактического боеприпаса мощностью от 1 до 5 килотонн. Пане Сергію, і ще в темі цих от всіх вибухів, дивіться, чомусь в російських ЗМІ знову почалися активно мусувати тему підриву північних потоків. Тепер от вони пишуть, росіяни, про те, що, мовляв, нібито Польща причетна до цих вибухів, що як мінімум в Польщі був той логістичний хаб, де диверсанти готувалися до тих от вибухів. Але допоможіть зрозуміти, нащо Москва знову педалює? Нащо вона знову підняла цю тему північних потоків? Чому знову називають суперечливі версії? Тобто спочатку казали, що то Україна, потім казали, що то Сполучені Штати Америки, тепер от і поляків туди приплили. Нащо вони знову піднімають тему північних потоків? Все очень просто. Российская Федерация в одностороннем порядке не исполняла в прошлом году свои обязательства по поставке газа в Западную Европу. Она это прикрывала, то есть она пыталась изменить, во-первых, просто вентиль закрывала, снижала объем каждодневной поставки газа. Во-вторых, она решила в одностороннем порядке изменить валюту контракта, что не соответствует ни одному контракту. И затем она указывала на какие-то технические сложности, которые, как выясняется, не имели места быть. И поэтому ей пришлось самой взорвать, с моей точки зрения, здесь абсолютно все прозрачно, ей пришлось самой взорвать эти потоки, оставив один для того, чтобы потенциально можно было все-таки газ поставлять в Германию. Вот. Но ей важно было создать то, что называется обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор. Это есть такое юридическое понятие. Сейчас все страны, которым Россия недопоставила газ, все западные страны, подают иски в арбитражные суды о взыскании с нее неустоек и взыскание ущерба материального, понесенного по неисполненным контрактным обязательствам. Этот ущерб оценивается в 15 или 20 миллиардов долларов. И по этому поводу, конечно, Российской Федерации важно доказать, что эти обстоятельства непреодолимой силы возникли не по ее вине, а по вине третьих сторон. Значит, будь это Соединенные Штаты Америки, Украина, Польша, марсиане, я не знаю, там пришельцы из другой галактики, откуда угодно. Но я вам напомню одну штуку. Вот я у себя сегодня в Твиттере опубликовал это, и тем, кому интересно, вы можете посмотреть. Значит, я нашел публикацию от 21 сентября 2022 года на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, где они рассказывают о том, что 19 сентября, стартуя из Калининграда, 15 кораблей военно-морского флота Балтийского Российской Федерации проводили учения как раз в том самом районе, где произошли эти... И причем учения непростые, а учения по взрывникам, со взрывниками, с водолазами, с применением
50 различных устройств, в том числе и глубоководных устройств. Таким образом, Российская Федерация на самом деле на своем на сайте Министерства обороны рассказала, как именно они взрывали эти северные потоки. Поэтому теперь они могут рассказывать все, что угодно. В это ни один разумный человек поверить не может. Пане Сергію, а допоможіть ще зрозуміти логіку, да, дій російського ФСБ, російських пропагандистів. От вони раніше, там, кілька днів, кілька тижнів тому ховали генерала Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, тепер вони ховають генерала Буданова, очільника ГУ-РМО, мовляв, зник з поля зору, не з'являється на публіці, а значить, мовляв, однозначно він мертвий. Але нащо вони подібні вигадки тиражують, нащо їм подібне транслювати? Ну, надо что-то рассказывать, ну, надо что-то. Это обыкновенное ИПСО такое, вот, обыкновенный человеческий трёпка, да, троллинг. Да. И по этому поводу я так думаю, что вам вообще не надо на это дело обращать никакого внимания. Это все, конечно, на потребу внутреннему какому-то, так сказать, вот этому георгиевскому электорату путинскому. Вот. И это, в общем, просто смешно, это просто убого все. И поэтому я так думаю, что это они хотят отвлечь от тех передач, которые вы делаете про Путина, счастливого старичка, который сидит в бункере, который никуда не выходит. Когда выходит, в основном двойники его выходят. Вот, и я так думаю, что они в ответ вот вам пытаются создать такую гадость про ваших военачальников. Пане Сергію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику. Окремо не втомлююся дякувати вам за підтримку України. Сергій Жирнов, нині письменник і журналіст, до того розвідник-нелегал, співробітник радянського КДБ, був на зв'язку зі студією 24 каналу.